История Николая Лукьянова вроде бы одна из множества подобных. В 19 лет неудачно нырнул в реку и навсегда прикован к коляске. Но именно травма заставила хулиганистого парня пересмотреть отношение к жизни. Теперь он чемпион мира по паралимпийскому фехтованию. Начали! О деле своей жизни Николай рассказывает увлеченно и с юмором. Дал и табалякам испытать себя. Кто знает, может быть, в нашем городе живет будущая звезда большого спорта. В этот раз чемпиона мира Ильнар Мурзаев победил. Ну, интересно же. Ну, решился выйти с чемпионом побороться, как бы вот. Я прочувствовал, что он поддавался. Я это чувствовал. Да. Меня невозможно обмануть. А потом как бы началось... Сильная борьба. Такой необычный формат был у встречи представителей Тобольского общества инвалидов с партнерами межрегионального проекта «Ты можешь все». Его уже встречали Воронеж и Нижневартовск, теперь и Тобольск. Мотивационная встреча – продукт программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Общаясь с нашими партнерами, мы выяснили, что необходима именно помощь и проект в части мотивации. Вот такие проекты, которые способны разделить жизнь на до и после, поделиться какими-то своими личными переживаниями и историей успеха, которая способна вдохновить на какие-то новые начинания. Таких историй здесь достаточно. Яркие, харизматичные спикеры, которые добились успеха и реализовали себя, несмотря на инвалидность, даже благодаря ей. Рассказывали не только, как жить с травмой и увидеть цель в жизни, но и как продвигать себя и свои идеи, вести авторские блоги в интернете, да и просто общаться со всей страной. Так, в рамках проекта был создан инклюзивный блог «Город возможностей». Реальный пример, как стать востребованным в социальных сетях. И немножко перестроиться психологически. Принять себя, принять свои текущие увлечения, принять, что ты не такой, и найти в этом даже сильные стороны. Этому мы учим на наших мотивационных встречах, показывая просто потрясающих спикеров, которые на искреннем и честном языке говорят с аудиторией, рассказывают свои истории. Инклюзия – отдельное направление программы «Формула хороших дел». С 2016 года реализовано порядка 150 проектов этой направленности. И это только начало. Анастасия Терехова, Тобольское время.